Здравствуйте, с вами Кошки ТВ и я Никитенко Сергей. 14 сентября 2014 года состоялись выборы губернатора Самарской области. Одновременно с выборами на территории Кошкинского района проходил конкурс «Селфи на выборах» по трем номинациям. В номинации «Массовые селфи» победил Георгий Томбу. Приз номинации «Массовые селфи» вручается Томбу Георгию. В номинации «Оригинальное селфи» победила Екатерина Козлова. Второй приз Lenovo S960 получается Козлова Екатерина. Lenovo S960 получается Ткачевой Марии.